Вот такую машиночку я покупаю себе. Потому что моя, так как она тут открывается, там вот. Потому что моя уже шпинует, она много не делает, там задаешь программу, она, и мне что важно, что здесь петли. Я за петель только беру еще. Ну и многие программы вот задаю на своей машинке, она мне, меня не делает. Поэтому я хочу вот эту машину взять. Она сейчас в Ангиботе, 1300 стоила, теперь вот такая цена. Ну они еще сотку, вот это 69 сбросили. И за 1100. Ну, в общем, как-то так. Вот это поновей модель, но мне лучше вот это. Мне не надо такую дорогую. Так-то моя сумочка стоит. Вот делаю обзорчик на машинке. Так, ну все, я заказала машину. Вот видите, какие оверлаки. Оверлаки, коверлаки. Всякие разные такие цены у нас. Так. Машины. Но я выбрала такую нормальную машину, недорогую. Пятерка тоже идет. Вот. Но я взяла троечку. Мне нормально. Мне не надо дорогая, потому что мне самое главное, тут автоматик идет, петли автоматик делает. Вот эту я беру троечку за 1100. Хорошая мне она. Как она тут? А, вот. Все. Вот. Вот это тоже вот. Но это дорого. Я не хочу такие дорогие. Мне дорогие такие не надо. Вот. Тоже Юки какая классная. Ну, так 3 с лишним стоит. Ну, знаете, мне уже так не надо. На мою жизнь, на мой век хватит. И той Бернина. Всякие вот эти лапки. Я столик бы хотела вот такой вот к ней заказать. Видите, тут столик такой стоит. Ну, я не знаю, нужен он мне, не нужен. 100 евро стоит. Наверное, не нужен. Не знаю, подумаю, конечно. Те педали он какие. Вот машины. Этот магазин уже давно-давно у нас существует. Вот. Хороший магазин. Я все свои машины здесь покупала. Все. Вот. Все машинки покупала здесь. Так, надо мне что-нибудь еще посмотреть. Вот у меня такая машина. Она у меня тоже вышивает с таким аппаратом. Когда-то я ее брала. Вот, когда-то я ее брала. Вот она, видите, сколько стоит? Ну, я в марках брала еще. За 3000. А. Такая же. Но я пока не буду, я подумаю. Она говорит, его можно сразу, не надо бештелевать. Ну, я не знаю, нужен он мне, нет, стол этот. Скажи, мы подумаем, если да, что, да. Я его приду. Это, вот журналы. Пока я не буду стол брать, сразу слишком накладно. Видите, вот такие журналы, это где в игрейке. Материальчики хочу показать вам, какие классные. Вот этот вот. Вот мне понравился. Привет, привет. Собственной персоной. Магазин, конечно, классный. Штофы обалденные. Вот этот мне понравился. Вот этот вот сочетание красивое. Выкройки уже готовые есть. Пожалуйста, бери и делай. Под Шанель. Такой вот. Тоже хорошенький. У меня дома много штофов, но тут уже новенькое что-то, и хочется что-то новенькое. Красивый тоже. Вот я люблю сейчас такие тона. Сколько он стоит? 15 метров. Вообще красивый. Вот этот вот на лето чудо. Что-нибудь такое сшить. Тоже красиво. Тоже сочетание сиреневое с зеленым. Классно. Тоже под Шанельку. Хорошенький. Такой вот у меня есть. У меня даже костюм такой есть. Я в Zara покупала. Сейчас очень модно принт вот такой вот. Под тигровый леопард. Он тоже красивый, нежный на лето. Вообще штуфы, конечно, чудесные. Чудесные. Пашка там что-то смотрит. Ой, вот эти красивые какие. Вот яркий какой. Лен. Представляете? Лен.
Какой красивый цвет, 16. Ну, не так дорого, допустим, такой пиджачок сшить. Ну, вот сейчас машинку купила, сейчас займусь. Игрушечки сделаю, и потом шитьем займусь. Мне прямо руки чешутся, чтобы что-то пошить. Материалы, конечно, у них шикарные. Ничего не скажешь, посмотрите, какие красивые. Принт, конечно, шикарный. Конечно, шикарный. Шикарные. Шикарные материальчики. Вот видите, сшито уже показано. Как? Магазин хороший. Он сколько лет существует. Он раньше маленький был. Сейчас его открыли большой. Такие три, вот это трикотажи все идут. Очень цвета красивые. Такие прям. Вот такой вот. Так, кусочки можно купить. Это вот рукава отдела, отделка для рукав, для рукавов. То есть вот такая вот идет тоже. Кантик такой. Сколько метр стоит? 50 метр. Ну, в принципе, нормально. Хотя можно самим сделать, да? Такой трикотажик яркий. Ой, все прям мне хочется сразу же. И мне загорелось. То купить, то купить, то купить. Ой, какой красивый вот этот, просто оранжевый. Я бы такой, знаете, сшила такое бы платье удлиненное, типа туники, вот с этого бы. Надо подумать, не так дорого, но метра полтора, наверное, надо с коротким рукавом. А можно с длинным. Нет, если с длинным, тогда надо 2 метра брать, потому что, ну, лучше с длинным, 16. А здесь тоже где-то я лен видела, где-то видела лен. А вот здесь лен, видите? Тоже красивый такой коралловый цвет. Шикарный лен. Зелень такая, зеленка, тоже лен. Сочетание, если вот это с этим, очень красиво. У меня под шанельку есть дома. Ой, девчонки, все. Голова закружилась. Хочу все. Ну, все тут очень дорого. Здесь, конечно, квалитет материалов очень классный. У нас еще теперь есть магазин. Там, конечно, цена намного дешевле, но там квалитет не очень. Смотрите, какие нитки красивые. Вот, ну все. Пойдем, наверное. Машина вон моя стоит, Юки. Юки. Все, забираем, пойдем. В общем, все. Машинка сама вышивает. Моя тоже так же сама вышивает. Видите? Класс. Ялка стёганая. Видите, какую. В общем, они тут тоже шьют. Все. Платье. Выкройки на платье. В общем, готовые выкройки покупай. Ну, дороговато, 15 евро. Так, все, пошел за это. Видите, у них тут все. Можно, они курсы тут делают, преподают. В общем, все, мы выходим. Купила классную я машину, я довольна. Все, потому что моя уже все шпинует. В общем, ну как, и с электроникой там что-то не в порядке. Вот кусочки тоже у них продаются. Остатки, можно что-то брать. Вот. Так что классный магазин. Кто живет у нас в Форцхайме, приходите, покупайте. Я в этом магазине всегда все покупаю. Продавцы отличные, хозяйка хорошая. В общем, все отлично, да? Так, мой муж куда-то исчез. А, я же в обувной хотела зайти. Вот, в обувной посмотреть. Паш, я хотела посмотреть себе обувь, зайти. Сейчас на теплую погоду. Смотрите, какие хорошенькие. Мне нравятся. Сколько они стоят? 65 почти что. Паш, смотри вот эти. Поставь пока ее. Смотри, как вот эти. Мне надо что-то новое. А то я вот в этих уже хожу. И кроссовки у меня. Нет, это мне такое не подходит. А, ну легкие, да. Мне вот эти больше нравятся. Такие вот. Хорошенькие. Размер, если только есть на меня. Какой-то 40-й, ну да. Вот они стоят. Хорошие. Прелесть. Видите, какие.
Рекер. Рекер. Тоже хорошая фирма. Я когда... Как правильно? Рекер. А я Рекер говорю. Рекер. Я вот эти смотрела, подходила. А вот эти, посмотри, невесомые. Вот в России, когда была тоже, у них прям вот эта фирма, прям они это... Говорят, такая классная. А у нас она не такая уж и дорогая. Смотри, да? Легкие какие. Классные. Не знаю, я кроссовки хотела зайти посмотреть. Подожди, сколько стоит? 69. И вот эти тоже ничего. Мы сейчас зайдем, посмотрим. Заходим в магазин. Хороший, кстати, магазин. Классный. Ну, не знаю, снимать можно, не можно. Отключаюсь пока. Вот такие вот мне тоже понравились. Смотрите, какие красивые. Сколько стоит? Сейчас посмотрим. Как раз 119. Классненький. Мне нравится, что здесь замочек. Видите? Надо кроссовки, надо. Ботиночки какие. Смотрите, какие тоже. Вот эти мне тоже нравятся. И цена 99. Классная. Мне вот кроссовки прям надо, надо, надо. Ну, это такое так себе. Но вот эти, да, ничего. Но мне надо, чтобы они легенькие были. И красивенькие. Хорошие. Ну, такие тяжеловатые. Так, ладно, что тут еще? Ну, вот с розовыми бантиками. Тоже интересные. Ага, цена 175, ой-ой-ой, недешево. Мне 40-й надо, потому что я 39 ношу с половиной. Вот. Я всегда на размер больше покупаю. Вот эти вот интересные. Мне нравится, что сбоку расстегнут. Но мне нужно на лето легкие. Легкие. Вот эти хорошие. Эти тоже легенькие. Короче, надо прийти померить. 200 стоит. Да, цены кусаются, конечно. Не дешевые. Это вот такие, вам не летние надо. Тоже симпатичные. 170. Нет, мне по такой цене, конечно, не надо. Я не собираюсь по такой цене покупать. Это очень дорого. А ну-ка, вот эти хорошенькие. Я люблю вот такие вот, с такой подошвой. Так, 170 тоже. Вот интересные розовые тоже. 175. Прям прелесть. Надо купить себе такие. Какие-нибудь. Или оранжевые. Розовые так чересчур. Мне кажется, оранжевые, да? Ничего. Или вот красные есть. Ой, я не снимаю. Телефон у меня где-то там. Лед оранжевый, или вот эти вот тоже интересные. Вот. Такой, ну, это ядовитый цвет. Он не фиолетовый, а непонятно какой. 170 тоже стоит. Под джинсуху тоже хорошие, кстати, вот эти вот. Вот эти мне прям нравятся. 170. Под джинсовые вещи. Ну, под штанишки хорошие. Тоже 175. Короче, буду знать. Вот сейчас сняла, буду знать, куда прийти и мерить. Хороший магазин. Он уже тоже у нас существует много лет. Здесь вещи очень классные. Вот тоже эти. Вот эти вот мне тоже нравятся. Подошва такая высокая. Все, музыку врубили. А, вот какие классные. Вот эти тоже мне нравятся. Ой, легенькие такие. Но на лето, наверное, жарко будет. Сколько стоит? Габор фирма. Это Габор хорошая фирма. Тут цены что-то нету. Ну ладно. Ребят, ну вот моя машинка новая. Вчера уже попробовала на ней педалька. Смотрите, какая классная, да? Вот такая крышка. Вот эта вот штучка тоже хорошая. Мне она нравится. Вот сюда делать. Это очень удобно, когда ты шьешь, и руки у тебя заняты, и ты ногой так вот раз-раз, и лапочка поднимается. Я вчера уже попробовала, мне очень понравилась эта машина. Вообще обалденная, конечно. Операции хорошие, особенно петли классные. Тут специальная такая лапка для петель, она вставляется сюда, и петли автоматически делаются, видите, для петель.
Вот лапка классная. Так, как тут открывается? Сейчас покажу вам, где тут она. Лапка эта. Вот она, видите, большая лежит. Вот эта лапка. Там специальные такие эти. В общем, не ниточки, а иголочки были. Вот подключается, видите, как. Такая классная. Я потом вам все покажу, когда начну шить. Закончу сейчас с игрушками, да. В общем, классная машина. Вот такая вот. Мне надо было, потому что моя все уже конченая. Поэтому вот так вот. Цветочки все, видите, подвяли. Все. Сейчас я вам покажу. Вот это моя машинка. Она уже у меня все. Все. Как бы это. Отшила свое, но она шьет еще, да. Но она уже петли не делает. Она многие операции не делает. Она была очень дорогая. Я еще в марках ее покупала. Она стоила около 3000 марок. Представляете, она Disneyland. К ней бандура такая делается. Она вышивку делает, да. Вот. Мои машинки все. Вот. А эта машина не вышивает. Но она классно шьет. Вот, а эта марка одна из лучших, как бы мне так сказали, Юки, которая делает петли. Конечно, я не верю в это, но ну, попробуем. Да, я вчера пробовала, кстати, очень мне понравилось. Быстро автомат так делает, недавно на педаль нажимать, она сама шьет. Вот такая вот красавица моя. Красавица. Вот. В общем, классная. Довольна, что купила.